Так, дорогие друзья, сегодня я надеюсь сделать уже первую модельку, пока не скажу какую, но очень простую. Но для этого мне нужны площадочки с загнутыми углами. Давайте мы с вами сегодня это сделаем. Я уже сделал и видео поставил, потом его удалил, потому что понял, обучаю я вас неправильно. То есть я и сам обучаюсь, это вообще не обучающие уроки, правильно? Это мои мучения. Да не, неприятные. Так, делаем наш площадочку первую, переходим табом, нажимаем Save Device и тянем вот эту вот кнопочку Ctrl-Shift-B. Вот так вытянули. И вот теперь нам надо договориться, какая у нас будет это отверстие. Хотел сказать дырочка, но это неправильно. 365 я себе думал. 365. И у нее должно быть 4, как минимум. Вот здесь нам надо ставить 100, потому что это внутрь. Пятерка это внутрь, однерка это наружу. Вот, видите? Так, 4. 4 здесь у нас вот этих. 1, 2, 3, 4. Все, хорошо. Договоримся. Я себе сейчас запишу. Это потом тоже забуду. Подождите. Вообще, что записывать? Я могу видео посмотреть. Хорошо. Недаром же шпаргалки. Так, теперь я возьму Select. Так, проселектирую. Вот эти штуки. И уберу их. Фейсы нажал. Убрать. Delete. Вот. Вот такая у нас это с вами будет теперь. И вот тут у меня была сильная ошибочка. Почему? Потому что я пошел в Modify и сказал Array. Он у меня начал Array, да? Но мне надо вот по этому сделать. Поэтому если почему-то мне больше нравится. Вот здесь 0. Вот, и я сказал ему, мне нужно 5 штук. Ну, здесь не 5, 12, получилось 5. Вот так. Вот такая площадка мне нужна. Но у него должны быть загнутые края. Поэтому, ребят, вот это очень важно. Вот это очень важно. Когда вы нажимаете, выделяете это дело все, да? Где у нас? Вот. Выделили. Это даже не надо выделять. Вот мерч. Надо мерч. Надо соединить эти все между собой. Сейчас у них у всех есть такие эти грани, да, которые не соединены. Вот и теперь мерч. И нажимаем Array. Все. Видите? Все. Теперь все соединилось. Внутри нет двойных граней. Замечательно. Иначе у нас получится, грубо говоря, лажа. Теперь, что мы делаем? Мы идем опять в ребрышки. Вот это ребро выделяем, это ребро выделяем, это выделяем и вот это выделяем. И нажимаем кнопочку E, то есть экструд, и тянем по оси, допустим, вот так. Да? И мы видим, что у нас по Z должен быть один. Господин. Или два. Два. Вот, два. Хорошо. Далее мы подходим уже вот к этим ребятам и говорим им, что нам надо еще Ctrl-R посередине. Два раза кликаем, все, получили посередине. Теперь здесь. Вот это мне мешается. Это вот камера. Delete. И лифт. Теперь нам не надо пока лифт. Delete. Все. То же самое я делаю здесь. Выделяю вот эти две. Говорим Ctrl-R. И кликаю. Эй, забываю все два раза кликнуть. Готово. Далее. В точке переходим. Берем вот эту точку.
И тянем ее. Возможно, можно две сразу точки делать. Не знаю, давайте попробуем. И Ctrl-Shift-B. Да, конечно, можно. Так. И мы знаем, что у нас дырочка, отверстие 365. Мы так договорились. 365. Потому что мне она кажется наиболее симпатичной. Ага. Теперь можем спокойно это удалить. Вертикис. Опа, нет, так не пойдет, не пойдет. Нам надо выделить теперь эти полигоны. Нам не вертикали надо было, а полигоны выделять. Раз. Вот так. Выделили. Убрать фейсы. Здесь выделили. Убрать фейсы. То есть, вот смотрите. Мы получили с вами теперь такую жестянку. Она выглядит хорошо, но нам нужно сделать ее подлиннее и, ну, сгладить все это же ерунда какая-то. Давайте мы с вами пойдем теперь еще возьмем Ray и скажем, сколько нам надо. Ну вот так, да, вот так, вот так, так, и тоже нажимаем Merge, не забываем. И говорим, что Array. Кнопочку нажали. Все. Далее. Переходим. И вот эти вот уголочки. Выделяем точки. И говорим Ctrl-Shift-B. И начинаем их тянуть. Видите, они выходят у нас внутрь. Почему? Потому что у нас... Вот здесь настроено было совсем на другую. Зачем он запоминает, я не знаю. Может быть, это удобно, может быть и нет. Вот так. И вот тут закругление. Давайте сделаем 0,3. Посмотрим, что это будет. Вот это закругление мне больше нравится. Окей. Здорово. Так, теперь, когда у нас углы закруглены, нам нужно теперь воспользоваться. Только после этого, когда у нас вся жестянка готова, мы можем начинать ее утолщать, вывилить и так далее. Вот давайте посмотрим сейчас. Мы возьмем солидный такой, да? И начнем его. Но не забывайте жать вот эту кнопочку от углов, чтобы должно быть от углов у нас. Так, и сделаем, мы тоже договоримся с вами, что у нас всегда будет толщина стенок 15. Посмотрим. О, не знаю, глянем сейчас с вами. 15, да, я думаю, 15 будет вполне нормально для такой площадочки. То есть, как бы, похожа она на то, что нам нужно. И когда мы это сделали, мы можем это применить. Можем не применять. И теперь пойдем в Bevel. И мы видим, что у нас очень красивый получился Bevel. Да? Мы можем, конечно, увеличить сегменты на 2. Но, да, давайте на 2 увеличим и все. И посмотрим, что у нас получилось. У нас получился, ну, просто замечательная, красивая площадочка. Ну, что тут нам еще нужно? Больше ничего практически. Теперь мы умеем делать площадки. Я вас поздравляю. Еще немножко у нас осталось. Мы начнем, может быть, в следующем видео уже монтировать собственные первые изделия. Хорошо, договорились. Ну, на этом я с вами прощаюсь пока что. Но не надейтесь, я приду снова. Пока.